На фотосушке представили снимки исторических объектов города. Новый для Оренбурга формат вечернего события «Ночь во дворике» организован губернаторским музеем. Гости смогли посетить экскурсии, поучаствовать в творческих площадках, послушать историческую лекцию, выпить кофе или чай из старинного самовара и не только. Например, на художественном мастер-классе горожане изобразили окна с резными наличниками. Мы пришли на мастер-класс по изготовлению открыток, наличники города Оренбурга. Вот мы пытаемся воспроизвести наличники деревянные для того, чтобы отправить своим родственникам в другие города. Для очень многих горожан это такой большой праздник, неофициальный, но все же праздник, поскольку люди открыты к тому, чтобы прийти, посмотреть, познакомиться с культурой, с искусством, с историей нашего города. А во дворике это все проходит для того, чтобы показать, что сегодня музей – это не только какое-то замкнутое пространство, не только хранилище каких-то старинных предметов, артефактов и так далее, но это еще и работа с городским пространством, что это работа с самыми разными форматами. Во дворик, в такое открытое креативное пространство, люди с большим удовольствием приходят, здорово проводят время. Все площадки дворика так или иначе рассказывали оренбуржцам о жизни губернии и ее представителей на рубеже 19 и 20 веков. Я сейчас краем уха услышал то, что здесь доктор исторических наук находится. Мне интересно будет послушать лекцию о том, как у нас жили здесь дворяне и их прислужники. Вот. Я пришел посмотреть, послушать. В принципе, для меня это будет очень интересно. Я думаю, много для себя нового узнаю о своем городе родном. Это категория населения. Ну, во-первых, сама по себе была безумно интересна. Во-вторых, те отношения, которые она выстраивала с другими горожанами, тоже многое могут рассказать и о горожанах, и о городе, и вообще о нашей с вами психологии, менталитете, если хотите. Лекция моя посвящена оренбургской прислуге на рубеже 19-20 века. Суть ее в том, чтобы рассказать, как выстраивались взаимоотношения между хозяевами и их слугами, какие были проблемы у тех и у других, и как они из этих ситуаций выходили. Донести до горожан, ну, наверное, в большей степени просто историю нашего города, чтобы они ее знали и любили. Вечер во дворике Эссен запомнился оренбуржцам приятной атмосферой и возможностью познакомиться еще ближе с историей своего города. Что вам больше всего понравилось и запомнилось здесь, в Эссене? Ну, конечно же, фонтан. Конечно же, дворик. Конечно же, вот эти зеленые деревья. Я узнала, что у Оренбурга есть еще одно пространство, такое вот свободное, комфортное, что город Оренбург очень гостеприимный, оказывается, чтобы про него не говорили. И очень-очень много двориков у нас, которые еще вот не открыты. И я думаю, что в старом Оренбурге есть еще такие локации, которые, видимо, неравнодушными жителями будут скоро освоены. Музейный дворик – это новое креативное пространство, которое было благоустроено в рамках грантового проекта. «Ночь во дворике» – хороший способ провести время с пользой и отдохнуть, и узнать много нового о своем городе. На этом летняя программа мероприятий губернаторского музея не окончена. О других событиях вы можете узнать на сайте учреждения. Артем Мазурин, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.